Барсик, с днем рождения! Хлопушка! Натик! А я пошел в магазин. Далеко. Ты куда собрался? Блин, я день не забыл. Магазин! Паркур! Паркур! Бараны расцвели, смотри. Хозяин, что-то у тебя гирлянда барахлит на елке. Сейчас я починю. Фу! Ремонт телевизоров заказывали? Ау! Я вам все починил. И йогу делаем стоечку. Хозяйка, можно я тоже с тобой йогу поделаю? О, нет. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Самые смешные животные, всем привет! Я сейчас поймаю этого кота. Внезапно на пути возникло стекло. Барсик, с днем рождения. Хлопушка. Натик. А я пошел в магазин. Далеко. Ты куда собрался? Блин, я деньги забыл. Магазин! Ой, какой свитерок красивый. Джик-джик-джик, сразу. Вау! Хозяйка сказала посудомоечную машину разложить посуду. Ай, ну так хочу. Это же, блин, пакетик. О, нет. Страшно как. Страх. Так, это какой? Второй у нас этаж? Ой, я пошел. Почему я вас такой влюбленный? Ой, какой! Массаж! Что он сделал? Это волшебный зайчик. Он приманивает. Прилетик. Я сейчас тебя победю. Паркур! Кто там? Откуда ты? Видели, какая ящерка? Я не хотел купаться. Так, прицелимся и сходим в туалет. Барсик, по-моему, мимо все летит. Сижу я, значит, кушаю. Хозяин, ты меня забыл покормить. На носке болтается. О, вот это фонтанчик. Ого, бараны расцвели, смотри. Целое дерево, как они туда залезли, ребята. Ой, это этот. Максвелл. Я не Максвелл, я Крепушка. О, да. Не донесла салатик. Кушать хочешь? Хочу! Ого, видели. Хозяйка, у меня проблема. Я зацепился ногтем и не могу выкарабкаться. Цветочный магазин. Короче, подрал стул, сделал уроки. Рыганул. Фу, не делай мне так. Ко мне прилип листик с домашкой. Ничего не могу поделать. Да не хочу, я хотел ее выкинуть. Геликоптер, геликоптер. Паракоптер, паракоптер. Друзья, лайкосик нам поставьте. Обязательно напишите, какой у вас живет питомец и как его зовут. Нет, Тузик, Тузик, не уходи. Уехал. Да. Ну, у вас и тост ужас. Он обиделся. Ну да, надурили чайку. Не получилось. Выходи биться. Я храбрый паук. Это паук или кто это? Рак какой-то. Или может паук? Мой кот любит, когда что? Когда я его хлопаю по спине или что? Что с лошади? Я только поменяла постель. И шарик пришел. Обалдеть, посмотрите. Не мешайте мне, я лечу. Мы тебя поддерживаем, чтобы ты не упал. Ой, рыбки, бздынь. Какой суровый пёся. Я свою хозяйку защищу. Конечно. Конь, конь, не нападать. Трогай. Макдональдс. Ой, ура, ой, я кто... картошку, блин, картошку. Кто свет потушил? Картошка свет потушила. Так, ну что, запрыгивай, запрыгивай. А может дверь откроешь? Нет, я так запрыгну. Прыгуча. Залетел. Я палку нашел. Палка меня подвезла. Ну я же ее нашел. Нашел. Палка-леталка. Это метла. Вау! Нафиг забор! Паркур! Что? Вы это видели? А у меня, смотрите, какой веселый лифт. Ой, ура, поехали! Поехали! Нет, я передумал! Блин. Догоню! Бау! Я в диване у вас высокий, я слишком толстый. Ты что, шпионишь за мной? Вам показалось. Ого. Битва. Да, друзья. Дубасим. Чинок против. Вали-вали-вали! О, это тяжелый вес! Это прям, посмотри, какие они откормленные. Скажи, это можно пожалуйста, друг друга напрыгнуть. Скажите, сэр, вы не ели случайно сегодня мои сосиски? Нет, я только свои ел сосиски, а мои котлеты не ели. Хватит там драться за еду, вы и так жирные. Ой, ой!
Ой, кто там? Господи, ступеньки. Маленькая собачка. Это фея. Посмотри, фея, я умею... Я умею летать. Ого. Что происходит? Вигл. Кот. Ай! Вау. Напал. Ой, почта. Обожаю почту и ненавижу почтальонов. Там должны мне сосиски были прийти. Почта. Ну где? Это, почтальон, засовывайте быстрее мне сюда колбаски. Почта. Давайте, ну. Блин, опять газеты. Блин. Ерунда. Что, больше ничего нету? Сосиски есть? Нет. Не, нету. Блин. Не повезло. Чай-кот делает так же. Зачем-то очень сильно заинтересован. У кого какая порода животного? Напишите нам, ребята. Слушай, Шарик, я не узнаю тебя в этом стакане. А где твоя голова? Она внутри. Блин, не докопаться вообще. Ну так ты долго будешь. Здравствуйте, я шериф Тузик. Кто тут нарушает закон? Я тут со всеми разберусь. Я очень суровый. О май гад. Не дай бог, конечно. Тузик, чтобы ты разбирался с законом. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, нет. Только не ты. Ой! Тарелочка прилипла. Господи. Конечно, что прилипло? На меня напала бумажка. Видели, какая рыба? Собака бросила. Стоять, я тебя поймаю. То акула была. Собака, смотрите, как бесстрашно прыгнула. Хозяин, что-то у тебя гирлянда барахлит на елке. Сейчас я починю. Мы, подожди, Шарик. Не чини, подожди, не чини. Я все починил, все работает. Ой, еще один зайчик был уже. Зайчик пищал. Откуда? Собака летяга. Ой, микроволновка. Ой, нет, это не тыква. Автоматическое открывание дверей холодильника. Скажите, кто президент? Байрон. Кто Байрон? Какой Байрон? Не знаю, Байрон. Так. Ой, яйца? Бля. Не хочу ваши яйца. Ого, ого, ого. Хозяйка, выпусти меня, пожалуйста. Я хочу гулять. Это собака-вертолет. Это у собаки, которая это конвульсия. О, Новый год. Ребята, кто уже хочет Новый год? Пылесос включили. Я уже боюсь Новый год. Подходить не буду. Ты что задумал? Нет, спасибо. Я вообще в туалет хотел. Это, как ты там застрял? Я случайно. Я не знаю. Меня потеряли. Блин. Кто там? Кто-то шевелится. Надо посмотреть. Кто внутри? Это мой диван! Уйди. Точно. Чипсы. Так, какие вкусненькие. А ну отдай мне сюда чипсы. Это ограбление. А, нет! Валим! У него нож во рту. Бежим. Что, гулять? Гулять. Давай, открывай. Погнали. Второй открывай, я сам открываю. Ура, купаться. А, я просто в бассейн хотела. Круто. А вторая где? Что происходит с моей собакой, когда я кладу ее на высоту? На дерево котов. Хозяин, страшно, блин, сними, дрожу. Ладно, не бзди, ходи по земле. Здравствуйте, я ваш новый учитель математики. Ой, это что, конфетки, люблю конфетки. Пооблизываем. Так, очки. Он сказал нам. Нам. Это кто? Я хослик. Это собака-козел? Посмотри, как она пройдет. Ну да. What is it? Что это у нас тут? Это я. What? Что? What is it? Я пойду. Что ты хотел? Я сейчас на тебя нападу. Ты серьезно? Ага. Ты на меня нападешь? Да. Okay. Вот это собака. Смотри, какой я суровый. That makes sense. Да, это конечно, имеет большой смысл. Да, я знаю. Кот. Осторожно. Надо. На самом краюшке сидел. Ого. Вау. Ты куда? А ты куда? Догонялки. Ты зачем взял мою игрушку? Догоню. Короче, бегали они по кругу. У нас живет за дверью бешеный кот. Ему нужно давать еду очень аккуратно. Иначе он может тебе откусить руку. Она даже дает ему специальные варежки. Так, что там у тебя? Дай понюхаю. Ой. О. Что? Фу! Барти, как ты мог? Ай, мороженое! Короче, пошла я за мороженым однажды. И там у меня кот сидел. А ну вылазь быстро отсюда. Паркур. Пойдем. Я говорю, ты говоришь. Мяу. Хорошо. Если я говорю мяу, то ты говоришь мяу.
О, лазер. Лазер, лазер. Во! Хорошо, что хоть окно закрыто, так бы улетел бы. О, давай на перегонки в колесики. Не хочу, хозяин. Ну что ты будешь толстым? Ой, знаете что, я, пожалуй, мне, не пожалуй, хочу. Лень. Я лучше полежу, я такой спортсмен. Ремонт телевизоров заказывали? Я вам все починил. Видели, я ребята, заказываю. Треснул. Так, смотрите, трюки. Прямо попадаем в коробку. Все, запаковываем, увозим. На тебя. Потише, потише, брателла. Позе Сус. Ой, фу! Это то, что я думаю? Я не буду прежним. Это ж надо было к стеклу подать. Это когда я... Не говорите, что я здесь. Я секретный агент в капусте. Чё? Господи, выпал. Откуда ты? Со шкафа. Я со шкафа. Ты что, в шкафу сидел? Ой, можно поесть, котлик. Передается следующему человеку. Ты понял меня? Нет. Ой, какая вкусная кукуруза или огурчики, что там? Кто за парковку не заплатил? Хозяин, выходи из машины, за парковку надо заплатить. Так у вас мест пустых свобод полно. Ой, какая вкусная курочка, пожалуйста, а можно мне? А если я сделаю глаза, как у котика и Шрека? Ну, пожалуйста, хозяин, ну хоть капельку, ну дай мне, ну хоть кусочек. Я все ближе и ближе, несколько моментов спустя. Блин, так и не дает. Ну, пожалуйста. Вот это да. Ну, я очень хочу. Я же глаза хочу. Посмотрите какие. Кто там? Я очень кот. Таинственный кот. Кот, который затаился, как обычно, сейчас психолет куда-нибудь убежит. Бумажка попала! Ого. Кот похитили туалетной бумагой. Смотрите фокус. Бросаем и убегаем. Куда она делась? Смотри, ты во всем виноват. Так. Делаем утреннюю йогу. Делаем стоечку. Хозяйка, можно я тоже с тобой йогу поделаю? О, нет. Шарик, ты что в своем уме, что ты делаешь? Скажите, этот кот надо мной? Да. Да, он над тобой прям. Я тебя сейчас он очень опасный. Вау! Он что, болт ему скинул? Вау! Ну, скользь. Вытираем попу об кафель. Близываем. Что потом так кафель воняет? Ой, хвост. Хвост напал. Я нашел хвост. Точно. Скучно было. Я его нашел. Ну, тут я нашел хвост. Это я тебя забираю. Летающие хорьки. Тебя вот-то. Я тоже хочу и меня, и меня, и меня. Давай ты. Иди меня. Ну меня, пожалуйста, возьмите. Все, о, беленький. Тебя. Друзья, напишите, у кого какой живет питомец. Лайком поддержите эту серию. Напишите, кто из нас сегодня больше раз засмеялся. Сколько раз ты. Смотри все видео на всех наших каналах. Валерешка, Максим, Play Games and Family. Все ссылочки внизу под этим роликом в описании. Переходите, мы вас очень любим. И стараемся только для вас. У нас самый лучший. Всем пока-пока. Нажимайте на следующее видео, ждем вас там. Пока.